Я вас хочу познакомить с новым беспроводным пылесосом с двумя аккумуляторами, с двумя съемными фильтрами. Вертикальный беспроводной пылесос, который будет чистить мои шикарные индийские ковры. Девочки, специально для этого ковра я заказала новый беспроводной пылесос Teco. Девочки, вертикальный пылесос. Power Stick плюс легкий, мощный, эффективный. Пришел он вот в такой упаковочке, девочки. Вот такая коробочка. В коробочке вот такой чемоданчик. Вот он, красавчик, девочки. Легкий, удобный в использовании. Сейчас я его распакую и вам все покажу, девочки. 315 ватт, мощная, эффективная уборка. Задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, низкий уровень шума. Мне самый раз для вот этого ковра в моей новой квартирке. Девочки, новый пылесосик. Teco Power Stick Plus. Легкий, бесшумный, с двумя аккумуляторами и с двумя фильтрами. Девочки, распаковочка. Открываем, шикарный. Смотрите, какой. Все упаковано. Все разложено по коробочкам. Турбощетка. Девочки, аккумуляторы. Сам пылесос. И здесь все комплектующие. В комплект входит сам пылесос. Девочки, смотрите, какой. Легонький, блестящий. Просто одно удовольствие, девочки. Пользоваться будет им. Открывается одним нажатием кнопочки. Внутри фильтр. Девочки, очень удобно. На ручке кнопка включения. Плюс-минус. Добавление, убавление мощности работы. Ничего нигде не скользит. Фиксируется пальчик. Видите, девочки? Просто шикарно. Настенное крепление в комплекте. Еще и сделано, посмотрите. Вам не придется сверлить стену, потому что здесь очень мощные наклейки. Посмотрите. Все. Оторвали, приклеили и зафиксировали. И пылесос у вас будет на стене висеть в удобном для вас месте. Девочки, в комплекте два аккумулятора. Это первый пылесос, который появился у меня с двумя аккумуляторами. Мне иногда не хватает одной зарядки, чтобы пропылесосить всю квартиру, мебель. А здесь просто аккумулятор сменили, и опять пылесос продолжает работать. Девочки, стандартная турбощетка. Посмотрите, вращающееся гибкое крепление, которое, девочки, в различных плоскостях будет пылесосить любые поверхности. Девочки, посмотрите, какой валик для твердых полов. Соберет, девочки, всю пыль, любую волосню. Отшоркает любое загрязнение на любом вашем полу, благодаря вот такой мягкой структуре, мелким ворсинкам. Прямо, девочки, знаете, он такой, как плюш. Как плюш. Шикарный валик. И еще вот такой валик, девочки. Вот такой. Этот валик уже для чистки ковров, мебели. Он силиконовый. И вот с такими, девочки, щеточками, чтобы выбивать пыль. Просто шикарный. Девочки, мало того, что два аккумулятора, а еще и два фильтра. Девочки, запасной сменный фильтр. Вот он так выглядит. Вот он так выглядит. Все, загрязнился. Вы его убрали. Поставили вот этот фильтр, запасной, и все, и начинаете работать опять. Девочки, одного такого фильтра хватает минимум на 6 месяцев. У пылесоса Teco есть вот такой шланг для уборки труднодоступных мест. Посмотрите, как растягивается, девочки. Девочки, вот такая алюминиевая трубка, которая насаживается в сам аппарат. Легко до щелчка. Смотрите, какой хорошенький, девочки, легкий. Наилегчайший. Одеваем турбощетку до щелчка.
Девочки, ставим аккумулятор на место. Все, задвинули. Еще есть вот такая насадочка, щелевая, девочки, для убрать паутинки по углам где-то, по плинтусам, вот, какие-то щели у вас где-то есть. Вот все засосет вот такая трубочка. Девочки, вот такая еще насадочка есть. У нее два положения. Одно положение, видите, с щетинками, вот, для уборки волос, пыли, какой поверхности. Есть вот такое еще, просто пылесосим ровную поверхность, вот такую, на диване, допустим. Девочки, инструкция по применению на русском языке. Очень подробное, девочки, описание, как его собрать, как эксплуатировать, как устранить неполадки, разберется ребенок, любой пенсионер. И немаловажно, гарантийный талон, девочки. Уж сколько было у меня пылесосов, не все кладут инструкцию по применению на русском языке, еще и гарантийный талон. Поэтому, девочки, рекомендую Tecca Power Stick Plus. И еще самое главное, что есть зарядное устройство. Один аккумулятор у вас всегда будет на подзарядочке. Один работает, другой на подзарядке. Очень удобно. Девочки, обратите внимание, при работе есть подсветочка. Любые загрязнения, любые пятна, любые волосы вы всегда увидите. Девочки, это показатель мощности двигателя и процент заряда батареи. Очень удобно. Три режима мощности. Слабый, средний и ультрамощный. Девочки, я это только начала пылесосить. А теперь я добавляю мощность. Смотрите, как крутится. Засасывает мгновенно. А какой легкий, девочки, рекомендую тем, кто не может таскать за собой старые пылесосы по квартире. Вот как раз такой пылесос легкий, удобный, быстрый, просто необходим в хозяйстве. Вращающаяся, плавающая головка пылесоса затянет любую пыль, не прилагая особо усилий. Шарик даже не может оторваться от него. Tecca Power Stick Plus до такой степени сильная, что комкуется вся пыль, сразу комкуется. Видите, комочком. Собралась комочком в контейнере. Девочки, напишите в комментариях, как часто вы пользуетесь такими беспроводными вертикальными пылесосами. Я пользуюсь 2 раза в день, утром и вечером, потому что у меня в доме животные. Девочки, и еще есть вот такой крючок с щеточкой для чистки валиков от волос, от различных загрязнений. Девочки, смотрите, какой интересный, легкий, быстрый. У вас всегда будет все чистенько. Девочки, для чистки мебели, чтобы не таскать за собой алюминиевую трубу, просто ставите вот этот шланг. Девочки, очень хорошо пружинит. Вы просто включаете, ставите и не таскаете его за собой, чистите. Видите, очень удобно. О, здесь, девочки, всасывание еще лучше, чем со щеткой. Щетка убирает волосы, а это просто выбивает пыль из дивана. Девочки, рекомендую.
Теперь давайте поменяем насадку и залезем в самые труднодоступные места моего дивана. Включаем. Посмотрите, как глубоко. Не выдвигая диван, вы можете залезть с этой насадкой. Она вытянет полностью все. Еще давайте покажу вам, у меня есть трещина одна. Труднодоступные места. Вот. Вот, видите? Вот. Уголков полностью все убрало. Девочки, он мощный. Вы посмотрите, сколько грязи уже засосал. Я вообще в шоке. Это я убираюсь каждый день. Девочки, а сейчас посмотрим, сколько пыли с ковра, с пола, со щелей мы собрали. Вы даже себе не представляете. Легким нажатием вы это все... Посмотрите, сколько грязи собрал пылесос. Я в шоке. Девочки, чистится он очень легко, но желательно его не мочить. Просто берете влажную тряпочку, открываете все везде внутри, протираете, потому что здесь находятся контакты. Мочить его нежелательно, только протираете влажной тряпочкой. И все, и опять в обслуживании. Так, просто вот так берете и все внутри протираете. Еще вон сколько пыли, грязи. Все протираете внутри. И все, он у вас чистенький опять в работе. Все. Девочки, ссылочку в описании оставляю. Рекомендую беспроводной вертикальный пылесос Teco Power Stick Plus. Ссылочка в описании, девочки. Переходите, заказывайте, пользуйтесь. Просто замечательный, легкий, воздушный, девочки, воздушный.